Привет, меня зовут Никита. Я студент факультета финансов и банковского дела и хочу рассказать вам немного о себе. Всю свою жизнь я занимаюсь различными видами спорта и все свои проблемы воспринимаю как бесценный жизненный опыт. В моей жизни происходило многое, смешное и не очень, что помогло мне стать морально сильным человеком. Из каждой ситуации я делал для себя вывод, и один из таких выводов в корне изменил мою жизнь. Это произошло в 9 классе перед экзаменами. Мы с друзьями пошли на речку, нас было трое. Мы решили переплыть реку, но когда я оказался на другом берегу, я заметил, что один из моих друзей плохо умеет плавать и начал тонуть в центре реки. Сам я не мог его спасти из-за сильного течения. Я оглянулся вокруг и увидел безразличие на лицах людей. Я понимал, что молодой парень 15 лет может погибнуть по такой юношеской глупости. Все разрешилось хорошо, но этот момент навсегда отпечатался в моей голове. Мне пришла мысль о том, что нужно ценить каждую секунду своей жизни, потому что никто не знает, когда наша жизнь закончится. Так почему бы не взять от нее максимум, даже если все вокруг идет наперекосяк? Люди не могут зацепиться за лучик счастья и порадоваться им. Почему все постоянно ходят с грустными лицами, как будто бы весь мир настроен против них? Это неправильно. Нужно быть собой, ценить все происходящее в своей жизни. Я не хочу быть таким, как все те люди у реки. Я хочу помогать другим и ценю каждую минуту своей жизни. Никита Авласов, участник Виват первокурсника 2021.